Туз лука, да, идет? Так, выливаем. Потихоньку или потихоньку? Потихоньку. Красная икра. Мишка-то вообще икру делает, смотри. Да, икру мечет. Килограммами. Икромет практически. Икромет. И до конца ее. Нормальный? Хорошо. И дальше прошел процесс. Переметывание икры. Вот она уже солёная. И получим бутерброд. Завтра утром. Завтра будет завтрак. Сейчас. Не надо. Ты напоролся уже. Да, да. Сейчас. А потом полоскать ее будет? Нет. Обязательно полоскать. Да, погладить нежно. И поцеловать. Ой, и вот это мы завтра. А главное прочитать страшную мантру. Ласкать языком завтра будем. На вкусность. Ума-юма. Специально для двоих созданы. Можно делать в одиночку, но мутор. Честное слово. Удовольствие поменьше, да. Ногами, руками придется. Блин, не поверите. И лица будет сильно хуже. Вот так вот и круто. На чем только не катал. Нужно крепкие руки. На бандане, на марле. А у меня на комарник есть. Самый ценный был, на футболке делали. На фирменный, да? Ну, футболку разрезали. Рвется. Держим? Это так кажется. Нет, ведро держим. Не. Может, промыть. Течет. Да, течет. На что же это похоже? Мы будем запутывать. Да. Да. То есть, хочешь сказать, что торопить придется? Мы же 12 не перекидывай. А с этим попробуем. Бутер сделаем. Ё-моё, ты смотри, сколько ее. Бутер сделаем, и у нас сразу 12. Это же глупые, да? Так, еще раз помощь нужна. А, и потом второй раз так, да? До тех пор, пока... А теперь на другой стороне. А промыть ее не надо? Нет. Тут все стерильно, тут природа. Сразу каменная будет. А это ведь что мы делаем, от чего мы избавляем сейчас? От остатков всей фигни. Нет, вот никак так не делаем. Чтобы она была чистенькая, чтобы мы как-то по-крестьянски, смотри, знаешь, да? Так ее так... Рвешь зубами пузо. Достали и сожрали. Достали и сожрали, да. Это специальный как медведи, да? Для марийских туриков. Для марийских туриков. В рот прямо. Прямо в рот. Я уверен, что он делает правильно. Но просто мы так никогда не... Кость, а соль в прикуску, да? Выглядит это красиво. Не, мы солили. Это коряки банку с кофе дают. Он такую банку берет, читает. Продолжаю. Так, насыпьте кофе по вкусу. Он так, оп, три ложки бросил. Добавьте сахар и сливки. Он так, оп, сахар, сливки. Залейте кипяточком. Все тщательно перемешайте. Хаба. Рома, я ведь видео снимал. Вкусняшка, однако. Ты видео снимаешь? Я видео снимаю. Ну, в принципе, в идеальном варианте. Она вот так вот вешается. И истекает. Но у нас здесь не так много ее тут, не килограммы, поэтому мы ее берем. Нет, все равно лучше стечет. Ты ее подержи, да, только лучше над водой, чтобы икрой не пачкать берег. А уже поздно. Есть. Самый такой цимус икры, которую я ел, икра копченая. Это вот так вот икра после этого сделана. Только марля такая 3x3, и внутри килограмм 10. Берешь так, костру вешаешь, чтобы она в дыму была. И она такая дымком обкуривается. Потом снимаешь, ну пропадает где-то половина икры. Она вот так корка встает, эту корку разламываешь, а внутри икра подкопченая. Красть корка из икры. Офигеть. Это когда уж слишком излишки. Ну это даже, да, это даже для меня это барство. Нам, европейцам, это не понять. Это что, дождь идет у нас, да? Да. Оказывается. Это, в принципе, все, она только стечь должна, да? Да, она скапывает, как бы вешаешь.